Он воспитал целую плеяду титулованных спортсменов. Среди учеников заслуженного тренера России Александра Гойшко, мастера спорта международного класса, чемпионы и призеры СССР, России, Европы и мира. Александра Николаевича не стало в 2004 году, и практически сразу в память о нем человеке, чьим делом жизни было воспитание талантливых легкоатлетов, стали проводить соревнования в Щелкове. Так, принять участие в этом турнире каждый год приезжают спортсмены из различных уголков Подмосковья. Здесь же собираются его ученики, коллеги, родные и близкие. Мне очень приятно, что собирается в это время такая прекрасная молодежь. Тем более манеж наш позволяет прочувствовать дорожку на самом высоком уровне. И я очень рада, что кто-то, может быть, уже был в этих соревнованиях, кто-то приехал впервые. Принять участие в открытом турнире памяти заслуженного тренера приехали более 300 спортсменов. Юноши и девушки соревновались в беге с барьерами, беги на короткие и средние дистанции. Именно их когда-то покоряли воспитанники Александра Гойшко. Анна Блет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.